Для любого, кто хоть немножко знает латынь, расшифровать название «эквирос» не проблема. Корень «экви» означает «лошади», ну а «рос» — это, ясное дело, Россия. В Сокольниках вот уже 16 лет ежегодно проходит главная в стране конная выставка. Правда, сами участники говорят не «конная», а «конская», потому что именно так это называлось в начале прошлого века. Нынешнее мероприятие наследует именно тем грандиозным смотрам лошадей со всего мира, на которых благородные дворяне выбирали себе скакунов благородных пород. Гигантский зал 4-го павильона Сокольников захватили лошади. В одном углу мастер-класс по русской упряжи, в другом можно познакомиться с живым пони. Повсюду брошюры, энциклопедии, элементы конной экипировки и даже игрушки, разумеется, соответствующие. По соседству в манеже показательные выступления. Например, джигитовка в исполнении ансамбля Национального конного парка «Русь». Пока одни артисты на сцене, другие ждут своей очереди в конюшне. У каждой лошади целая родословная. Например, у коня по прозвищу Вавель отец – волшебник, мать – волшебница, а дедушка почему-то – вандал. Посетители обсуждают лошадей, а лошади – посетителей. По-моему, даже не очень большие знатоки могут вам сказать так. О, а халтикинец, ну это такая пылкая, воздушная такая лошадь, южная. Если вы скажете про орловского рысака, ну это лошадь работяга, это лошадь наша, это приспособлена ко всему у нас. Ну когда человек покупает лошадь, он тоже, исходя из своих не только возможностей, но своего характера и всего прочего, старается купить определенную лошадь. У коня по прозвищу «Бойфренд» подходящее имя. Этот 13-летний рыжий мерин ласковый, как кошка. Он подстраивается под всадника, он понимает, кто что может, понимает все силы. То, что если всадник серьезный, с ним можно немножко и побаловаться, вот, то, что пошире двигаться. А если всадник слабый, он аккуратненько, чтобы не потерять, не уронить, аккуратно, спокойно бежит. Познакомиться с бойфрендом и остальными можно на выставке «Эквирос», которая продлится в 4-м павильоне Сокольников до 19 октября включительно. Цена билета – 400 рублей.